Внимание к команде! Госдума оценила отборочные процедуры на должность министра экологии Нижегородской области. Нового руководителя одного из самых трудных ведомств выбирают с помощью программы «Команда правительства». Стать министром экологии может любой гражданин России с высшим образованием и без судимостей. Также кандидат должен быть старше 21 года. Представитель Госдумы Николай Валуев, который уже более 7 лет состоит в Комитете по экологии и охране окружающей среды, заявил, что министр должен будет разобраться с накопленными экологическими проблемами и защищать природное богатство области. Меня как первого заместителя профильного комитета Государственной Думы обрадовало, что выбор руководителя такого важного направления проходит с привлечением общественности и экспертов в открытом формате. Новый министр экологии должен стать и быть готов к тому, что его работа будет под пристальным вниманием жителей и федерального центра.